Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Сегодня хотел поговорить о проблемах, которые люди придумывают сами себе. Такое я уже видео снимал, но тем не менее. Давайте рассмотрим одну ситуацию. Когда люди пишут, вот я в Одноклассниках часто бываю, и люди жалуются, и жалуются, и правительство плохое. И начальник плохой, и сосед плохой, и кошка соседская плохая, когда у нее голова болит с перепоя, когда она ходит за стеной, и там как слон топчет. Проблемы, которые вы придумываете сами себе. Маленькая зарплата, это тоже не проблема, я считаю так. Если у вас маленькая зарплата, найдите другую работу. Либо переквалифицируйтесь, сходите, поучитесь там на кого-нибудь, чтобы получать, зарабатывать больше. Но самое лучшее в этой ситуации – начать развивать свой бизнес. И запомните одно, что ни один человек еще на земле не заработал свой миллион за один день. Есть такое понятие – слона надо есть потихоньку. То есть, сейчас сделаю. Вы должны себе нарисовать постепенный план, как вы будете развиваться. То есть, какую-то лесенку. И по этой лесенке подниматься по чуть-чуть. Помаленьку, то есть нарисовали себе лесенку, написали план, сделали шаг, написали план, сделали шаг, не сделали этот план, спустились назад на один шаг. И вот в чем вся ситуация в России. Сейчас вы видите в Ютубе, там идет битва двух видеоблогеров великих. Один болтун. А второй заработал за свою жизнь, то есть он миллиардер, он заработал свои деньги своим трудом. Другой болтун его обвиняет в том, что он наворовал, что он украл, но это все бездоказательно. Я даже не буду называть этих людей, которых вы прекрасно знаете, вы можете в тренд зайти и посмотреть. Один молодой, который ничего в этой жизни не достиг, но я думаю, что он достигнет одного, когда-нибудь кирпич ему на голову упадет случайно. Но случайностей в жизни не бывает, ему кто-то этот кирпич скинет на голову. А второй, он победит всех и пойдет вперед, и будет развивать, и будет получать еще больше денег. Потому что черный пиар, он намного лучше, чем белый пиар. Если о тебе говорят хорошо, это насторожит. Если о тебе говорят плохо, то это очень хорошая реклама, на тебя все начинают обращать внимание. Итак, внимание, уважаемые тролли, ставьте побольше дизлайков под этим видео. Сразу говорю, я прекрасно знаю, что у меня есть свои личные тролли, которые пишут плохие комментарии, которые пишут, я не знаю, ну ставят дизлайки. Мне на вас все равно. То есть вы попишете день, два месяца. На этом у вас запал закончится, вы перейдете на другого человека. У вас жизнь такая, что как будто вам все должны. Но на самом деле вы должны сами себе это уяснить, что пока вы не начнете движение, у вас ничего не будет происходить. Поэтому начинайте движение, начинайте есть слона постепенно. Начинайте с себя. Проснитесь, умойтесь, почистите зубы, улыбнитесь. И вперед с улыбочкой, и улыбайтесь всем, и пускай думают, что вы дурачок, пускай думают, а у вас просто хорошее настроение. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии. На этом заканчиваю. Всем привет!